Всем здорово. Вот обзор самодельного мопеда из бензопилы Дружба 4 с двигателя. Колеса от тачки, рама сборная, руль от велосипеда, вилка тоже, передняя вилка. Вот этот проект был реализован в кружке моделист-конструктор учениками, учащимися школы 8-9 классов и 10 тоже. Ну, сборные. Там 4 пацана, короче, делали. Я вот руководитель от кружка. Вот в связи с этим, это коронавирусом, короче, пандемией, мы не успели доделать этот мопед. А тут не осталось, еще надо было сделать подножку, надо было сделать тормоза, задние крылья, барбос. Вот задние крылья должны были сделать. Эта сидушка временная, должна была тут помягче было, должна была стоять. Вот, вот. Ну, переднее крыло сделали, успели. Ну и с этим, с этой фейковой пандемией, короче, оставил, как сказать, причина недоделанной работы. Ну, я нарочно сам не стал это ничего не делать. Вот в следующем году, если, ну, если откроют школу, ну, это под вопросом, короче. Если откроют школу, то вот сами вот эти пацаны, чтобы приехали в школу, приходили в школу и делали, доделали мопед своими руками. Вот. Что еще сказать? Задняя вилка. Не вилка, задней подвески нету, там жестко все сидит. Вот задняя вот эта звездочка от ижевской, от мотоцикла Иж. Вот эта звезда от самой Дружбы. Я не помню, какая там универсальная или вот эта цепь. От, ну, для цепи. Я не помню уже. Стандартная какая-то старая была. Тут по обеим сторонам пластинка была. Пластинку убрали. И вот это чуть поточили немножко. И все. Вот. А, сортир. На проводе, чтобы она не вылетала. Как говорил, передняя вилка от велика старого. На свалке нашли бесхозный вот этот двигатель от бензопилы Дружба 4. Ну, как сказать, мопед из хлама. Ну, она едет. Ну, ее второе название — бешеная табуретка. Она едет, разгоняется хорошо, но, как сказать, нет амортизатора, поэтому, ну, трясет жестко, трясет, и еще вибрация вот это двигателя отдается в пятую точку и на руки, на руль. Вообще щекотно, как бешеная таблетка. Поэтому, ну, если вот этот, как сказать, проект именно сами участники придумали и сами реализовали. Я помог только. Ну, варил немножко. Помогал варить. Учил варить. Все, они сами делали. Сами красили, все такое, все сделали. Сами, короче, придумали проект. Сами хотели сделать, чтобы покататься. Для покатушек. Для, чтобы научиться ездить на мотоцикле. Все такое. В этом роде. Вот. Жаль, что тормозов нету. Не успели. В следующем году, наверное, они сами подойдут, приедут и
сами сделают. Так. Ну, там вот подшипники стандартные от тачки поменены на 202. Не помню уже, 202, наверное, были. Там диаметр, внутренний диаметр 16, а внешне 35. А я сами свои вот эти китайские вот эти тачные, они сразу разбились сразу. Первый же выезд. Поэтому были поменены. Ну, ступица одна, обычная вот, болт. Вот шпильку. Ну, вот этот. Как сказать, шпильку, надо, короче. С двух сторон накручен и все. Примитивная, короче. Ну, сами же дети делали. Без никаких токарных станков. Только болгарка и сварка. Все. Ну, ставьте лайк. Ну, если кто считает, что это фейковая пандемия, тоже ставьте лайк. Я считаю, что это заговор какой-то. Теория и заговор. Ну, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, делитесь видео. Всем удачи!